Томат бочковой минусинский. Вот такой вот он томат. Взвешиваем потом, сколько он по весу. Вот на одной кисти 4 томата завязалось. 2 покрупных и 2 помельче томатика. Вот вторая кисть. Здесь 3 томата завязалось. Дальше вот идет кисть. Снова 4 томата завязалось. Еще пока растут. Вот это вот второй ствол пошел. Вот тоже 2 таких больших томата. Куст мощный. Здесь вот тоже завязи есть. Показать удобнее. Вот. Томатики растут. Вот куст такой мощный, высокий. Вот уже он у меня упирается. Так, ну лист вот такой вот он. Крупный тоже. Но не скажу, что картофельный. Обрезала листочки, чтобы друг другу не мешали, ни свет не закрывали. Сорт выращиваю первый раз. Будем пробовать, какой по вкусу. Значит, ссылка есть на описание сортов томатов, которые я садила в этом году. Видео называется «Томаты, которые посажу в 2022 году». Дальше смотрим, как выглядит на разрезе и на вкус томат бочковой минусинский. Вот такой вот томатик у нас. Сейчас вешаем, сколько он на вес. 234 грамма. Сейчас разрежем, посмотрим на разрезе. Мякоть такая мясистая, плотная. Прямо как арбуз смотрится. Сейчас попробуем, как на вкус этот томатик. Мясо такое. Такой приятный помидорный вкус. Можно сказать, классический помидорный вкус. Бочковой минусинский. Томат минусинский бычки. Вот такой вот у нас бычок вырос. 2 плода окрасились. На первой кисти 4 плода. 3 покрупнее, 1 маленький совсем. На второй кисти у нас также 4 плода. Вот 2 покрупнее плодика. Этот сорт я выращиваю первый раз. Выписывала у коллекционеров. Вот дальше третья кисть. 3 плода идет. Также вот один крупный плод. Вот такой вот. 2 поменьше, но они еще растут. Здесь вот также тоже все по 3 плода завязывается. Куст идет мощный. Так, сейчас пролезу. Вот он уже. Ну, наверное, уже 1,90 м. Это есть он высоту. Вот такой вот. Вот такая верхушечка. Вот. Верхушечка у него идет. Ну, лишние листочки я обрезала, чтобы больше света было. Так, минусинские бычки. Будем пробовать, какие они на вкус. Покажу в разрезе. Описание томата можно посмотреть в моем видео. Дам на него ссылочку. Томаты, которые буду садить в 2022 году, называется видео.
Томат минусинские бычки. Вот такой вот томатик розовоплодный, урожайный, вкусный томат. Выращиваю первый год в теплице. Город Киров, Волго-Вятский регион. Минусинские бычки. Рекомендую. Томат минусинские шары. Сегодня посмотрим, какой он в разрезе. Попробуем на вкус. Так, взвешиваем. 269 грамм. Сейчас разрежем его, попробуем. Вот такой он в разрезе. Такой красивый, розовую точечку. Минусинские шары. Вторая половинка. Ну и попробуем, какой на вкус этот томат. Я его садила первый раз, еще не пробовала. Очень вкусно. Такая сладость чувствуется, кислинка. Можно сказать, что не ощущаются. Бочковой минусинский был покислее немножко. Этот очень приятный томат. Минусинские шары. Томат минусинский с носиком. Вот такой симпатичный розовоплодный томатик. Есть покрупнее, есть помельче. С вытянутым носиком. Вот такая сердцевинка у них. Вкусный урожайный томат. Садила первый год, выращивала в теплице. Буду брать свои семена. Так что семена будут в наличии. Минусинский с носиком. Доброе утро. Сегодня 27 августа. Город Киров, Волго-Вятский регион. Томат оранжевый слон минусинский. Снимаю остатки, какие остались на сегодня. Буду все убирать. Очень вкусный томат. Такой биколор. Так что рекомендую, кто его не пробовал. Томат оранжевый слон минусинский. Вот так он выглядит. С таким продолговатым носиком. Томат сердцевидной формы. Такой вот красивый на разрезе. Это у меня уже снятый последний томат, можно сказать. Оранжевый слон минусинский. Урожайный вкусный томат. Садила первый год. Томат понравился. Буду продолжать садить. Семена буду заготавливать. Посмотрим томат еще под синское чудо, пока я не сняла красные плоды. Вот такой он по внешнему виду. Это минусинский сорт. Сорт очень вкусный, лёжкий, выращивание первый год. Вот такая у него завязываемость. Вот внизу я уже снимала плодики. Так, вот кисть. 4 плода завязано. Вот второй куст, вот 4 плода на кисти. Здесь вот такие вот крупненькие плодики. 3 плода завязано. Выше завязываемость идет. Выше завязывает. Ну, высотой он, наверное, уже 1,70 м. Вот такая макушечка у него. Ну, подсинское чудо. Сорт томатов минусинские, стаканы оранжевые. Вот такие вот у нас томатики уже созревают.
Здесь вот на кисти 4 томата. Вот 3 томата на кисти. Такая завязываем. Здесь я много томатов оборвала. Была вершинка на втором кусту. Вот выше завязываются. Как-то по 3-4 томатика на кисти. Здесь вот 4 томата на кисти. Вот выше завязываемость идет. Здесь вершинка начинается. Вот этот сорт томата подвержен вершинной гнили. Хотя я и кальций закладывала в землю. Но когда начинается быстрый рост томатов, жаркая погода наступает. Вот появляется вершинная гниль. Минусинские стаканы оранжевые. Эти томаты я выращиваю не первый год. Мне нравится по вкусу. Потому что лежать могут какой-то период. Все равно не откажусь от них. Добрый вечер! Сегодня посмотрим, как выглядят на разрезе стаканы минусинские оранжевые томаты. Вот такие они по внешнему виду. Томатики оранжевые. Сажу их не первый год. Мне этот сорт нравится. Они вкусные. Могут полежать какое-то время. Ну и урожайные. Посмотрим, как они выглядят на разрезе. Вот такой вот сорт мясистый. Сока очень мало. Знаю, попробуем поискать семечки. Семечки буду заготавливать, семена этих томатов. Минусинские стаканы оранжевые. И попробуем на вкус. Вкус приятный. Со сладостью ощущается. Кислинки почти нет. Очень приятный вкус. У кого проблемы с желудком, такие томаты подходят. На этом всего доброго. Заканчиваю обзор. Дальше будем смотреть другие томаты.